Мы продолжаем главный час. Реконструкцию проспекта Свободы утвердили только сейчас. Это несмотря на то, что работы уже месяц как ведутся. Глава Красноярска подписал соответствующий проект. Документ предусматривает расширение проезжей части до 6 полос, реконструкцию подпорных стен и подземного перехода. Процедура утверждения проекта была необходима из-за новых поправок в земельном кодексе. При этом будут снесены малоэтажные частные дома. Напомню, сейчас участок от Кецхавели до МРЧК закрыт на реконструкцию. Завершить первый этап работ планируется к началу октября. Данный проект планировки необходим для соблюдения интересов граждан, которые попали под снос в связи с реконструкцией проспекта Свободной. В створ дороги попадают два жилых дома и несколько гаражей. Вот для того, чтобы предоставить гражданам компенсацию, либо новое жилье, необходим этот документ.